Да. Ой, ну что, мам? Хватит сидеть за капуктовым. Ты задолбал уже. Сколько можно? Правда. Мамка правду сказала. Что ты сегодня сидишь за компуктором, это по-твоему нормально? Ну, мам, пожалуйста, уйди. Я видео снимаю. Придется все сначала. Так, это удалим. Все. Да хоть отсидись от него. Ладно, сын, снимешь видео. Тогда... А, нет, пока лучше посиди и полежи. Позанимайся обычными делами, а потом сядешь на этот гребаный компьютер. Ну, мам, ну я видео снимаю для своих подписчиков. Для каких подписчиков? Это значит, что ты популярен стал? У тебя сколько сейчас подписчиков? Ну, всего 47 подписчиков. Ну, это неплохое количество. Но это довольно неплохое количество, но сидеть долго не надо. Тем более у тебя уроков полно, а я тебе не советую. Ты и так тупой. Мам, ну можно, пожалуйста, я по видеоигру сниму? Ну, пап, мам, можно я сниму по видеоигру? Затем загружу в YouTube и выйду. И тогда я отдохну, хорошо? Ничего не хорошо. Ты хотя бы представляешь? Нет. Отключай свой компуктер. Не компуктер, а компьютер. Какая разница? Простая. Так, сынок, выключи комп. Живо. Или иначе... Ну, мы тогда его, ну, как сказать, подадим. Как подойдите? А вот так. Ну вот ты не слушайся, этот ноутбук мы подойдем за 500 тысяч. Да, довольно он дорогой. Хотя зачем уже его продавать? Только не что мы продаем этот ноутбук. Давай не будем подавать, а что-то другое. Значит так, сынок. Вылазь с компьютера, хватит ли под днём, и если ты это не сделаешь, то, конечно же, мы вынуждены отказать от тебя ноутбук. Целый месяц? Ну как мои подписчики? Ничего. Подожду твои подписчики, ничего страшного. Мам, пап, если не буду готовить видео, все, денег нам не видать. Какие еще деньги? Чего это еще зарабатывает на ютубе? Ты меня не смеши. Хотя, сын-то прав. Зарабатывать на ютубе — это хорошо. Но это надо много времени, еще смешно снимать. А бывает, что ты нами такую херню снимаешь, что даже мы не поймем этого. Ну, мы понимаем, а вы... Ну, нет, не, вы не понимаете этого. Мам, ну, пожалуйста... Мам, пап, ну, пожалуйста, уйдите. Мне очень нужно снять видео. Сын, ты так будешь помнить под нос. Так, все. Разбирайте эту сами, я пошла. По делам. Ладно, сынок, давай-ка так. С этого давай сделаем вывод. Смотри, что-то ты сегодня залипаешь. Я понимаю, ты залипаешь на ютубе. Снимаешь видео. А какой у тебя-то канал? А ты что, подписаться на меня хочешь? Ну, конечно же. А я подумаю. Какой у тебя канал? Мем 2000. Мем 2000. Неплохое название. Выфму. Какие-то там видео ты проводишь. Ну, смешные моменты мультиков, которые вы тоже смеялись из смешариков. А, ну да. И это ты отправляешь.
и снять различные видео по видеоиграм. Да, я так и делаю. Значит так, сынок. Ладно, сними видео. Мы не будем тебе мешать. Окончишь. Все сначала посмотришь, а затем отправишь в YouTube. Назовешь, отправишь YouTube. Все. Отключишь свой ноутбук и вылезешь в него. Так надо по одному видео. Но не все время сразу же. Ладно, пап, я сейчас буду делать видео. Вот ты молодец. Делай, сынок. Делай, делай. Что? Поговорил? Поговорил. Ну, я окончил играть свой ноутбук. Так-то как выяснилось. Давай-давай так. Он снимет свое видео и наконец-таки заговорит его и отправит в YouTube. Он же хочет этого. Он же станет, наверное, блогером, будет зарабатывать на все. Это же ты хотя бы представляешь? Нет. Как? Ну, он так долго сидит. Я понимаю. Но пускай заснимет. Это же его мечта стать блогером. Ладно, смотри, не будем ему мешать. Тихо, не надо говорить. Он снимает видео. Так что уж давай долгами снимет видео и скажет, когда готово. Ой, ну ладно. Все. А? Уже готово. Наконец-то я снял видео. Так долго на нем мучился. И отправил в YouTube. Ура! 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 Я снял видео на YouTube канал на. Молодец, сынок, мы гордимся тобой. Я надеюсь, он вот так слышал, то с папой сам не рассказывал. Да, я тебе рассказывал. Довольно, папа, я могу снимать видосики? Ну, конечно. Ладно. Сейчас посмотрим, какие у тебя видосы. Я на своем телефоне не буду смотреть, что это за видосы. Кроме видеоигр. Пап, ты все равно тут не поймешь. Ну это да, я не пойму смысла, но... Ладно, покажешь, какие мне можно смотреть. Я там такое видео снял. Ну на улице. Ты даже не представляешь, пап. Что? Мы сняли фильм про зомби-апокалипсис. Первая часть. Ого, я обязательно, сынок, посмотрю. Держись тобой, да опять. Ха. И все пока. Ох, начинается. Уи!